На сегодняшний день активными темпами реализуется государственная программа продуктивной занятости и развития массового предпринимательства на 2017-2021 годы, в рамках которого в Моинкумском районе на трудоустройство 63 граждан было выделено 19 миллионов тенге. В настоящее время выделенные средства полностью освоены. Подробнее в материале. Одно из направлений госпрограммы по трудоустройству граждан является молодежная практика. Не стала упускать такую возможность и Нагима Муратбекова. По окончании медицинского колледжа в Талгарском районе Алматинской области она не могла найти работу по специальности. Обратилась в Моинкумский районный центр занятости, получила направление в центральную районную больницу. Месяцы проходила практику здесь, в Моинкумской районной центральной больнице, после чего появилась вакансия медсестры, и меня сразу же взяли на эту должность. Очень благодарна данной программе. С начала года Моинкумский районный центр занятости направил на социальные рабочие места вот уже 126 человек. Из них 45 трудоустроены в крестьянских хозяйствах. Сейчас молодежь очень продвинутая и образованная. Наша главная задача – направить их и трудоустроить. В настоящее время из 63 граждан уже 20 трудоустроены. Благодаря нашему президенту сейчас молодежи оказывается большая поддержка со стороны государства. Экономическое развитие страны, как известно, напрямую зависит от количества безработных. При этом госпрограмма из года в год доказывает свою эффективность. Мадияр Серик, Жумахан Толиуллы, 77 News.